Приветствую вас на канале RedCat. Сегодня я вам расскажу, как получить крутого рыцаря скин, а также как получить футболку за 1 миллион робуксов. Самую дорогую футболку в этой игре. Ну что ж, ребята, давайте переходим к первому пункту, как получить рыцаря. Во-первых, первое, что вам нужно сделать, это поставить лайк под этим видео. Без этого ничего просто не получится. Нажимаем дальше клавишу Get. Соглашаемся, Get Now нажимаем. И этот рыцарь у вас появится в инвентаре. Он очень прикольный, он мега просто, очень мега просто редкий. Смотрите, очень прикольно выглядит. Дело в том, что это новые скины, которые сейчас дают только разработчикам. Они в виде людей, то есть они прорисованы. Уже видите, нету таких угловатых форм. Как вы видите, другие у меня были скинчики, это уже как настоящие люди. Сейчас только у разработчиков игр есть подобные скинчики. Вы можете посмотреть на Анета в профиль и других ребят, инженеров Roblox. И представляете, теперь и вы будете ходить в таком крутом скине. Если скинчик до сих пор не появился в вашем инвентаре, значит, вы не поставили лайк каналу RedCat, поэтому ставьте лайк, и буквально через 2-3 минуты он появится у вас в инвентаре. Большое спасибо мистеру Йодесу за то, что он показал первым в Дискорде вчера этот скинчик, он просто бомбезный. И всех, кстати, приглашаю в свой Дискорд, очень круто у нас в Дискорде, очень классные ребята, поэтому заходите, проходите верификацию и общайтесь между собой. Ну а также, начиная с этой субботы, каждую субботу 5 человек будут еще получать халявные робуксы. Разве это не прекрасно? Жду вас в Дискорде. Ну а сейчас вы видите, что я одел полностью скин. Наверное, за исключением хвостика, который я оставил. Он очень бомбово смотрится. Некоторые ребята берут только руки или ноги. Они очень пластично выглядят, скажем так, очень реалистично. Поэтому я думаю, что каждому из вас, даже девушкам, понравится подобный торсик, к примеру. Видите, как он классно выглядит. Быстрее одевайте этот скинчик, показывайте друзьям. Я думаю, что они будут в шоке, потому что действительно эти скины сейчас очень редкие, их почти невозможно купить. Они появляются только у разработчиков, ну и у зрителей канала RedCat. Прикольный, конечно, скин, но я, конечно же, верну свой скинчик. Наверное, главный минус этого рыцаря в том, что я не могу сверху одеть майку, ее просто на нем не видно. Ну и еще один пунктик небольшой, который я хотел вам показать, это футболка за почти миллион робуксов. Она теперь есть у меня. Как ее сделать? Очень просто. Создаете любую майку и ставите просто ценник в 1 миллион робуксов. Ну а точнее 999, 999, 999. Ну а как выглядит эта майка, смотрите уже на моем аватарчике. Я специально ее не показываю. Ну что ж, ребят, на этом у меня было все. Надеюсь, что вам было полезно это видео. До встречи на канале RedCat. Всем пока!